поиском подходящего человека занялась Надежда Троян. После наблюдения за резиденцией выяснилось, что единственным человеком из обслуги, кто имеет право входить в город, является домработница Кубы Елена Мазаник. Параллельно с Надеждой Троян операцию прорабатывала звезда партизанских отрядов Мария Осипова, которая в конце вербовки тоже встретилась с Еленой Мазаник, согласившись участвовать в операции при условии, что партизаны эвакуируют ее близких в день покушения. Изначально подготовкой Мазаник покушение на Кубу занималась разведчица Надежда Троян, однако окончательно склонила ее к участию в акции Мария Осипова, вышедшая на Елену через ее сестру. Осипова вручила Елене Григорьевне магнитную мину и проинструктировала, как с ней обращаться. В доме Мазаник прошла в спальню гауляйтера, положила мину под матрас и установила химический таймер.